У меня, значит, пришлось надуть один шарик. Представляете, три было и два было испорченных. Готовлю. Сейчас 5 минут осталось, и готовлю для Шкема сюрприз. Он ничего вообще не подозревает. А у меня уже все готово, потом вам покажу. Камера А4. Все. Дурберас! А вы же не увидите на него его реакцию. Не видно. Видно? Да. Алло, мадам. Дур. Дур. Тамам, тамам. Дурачки, дурачки. Дурдумачки. Hadi Elli yaşına geldim ya. Bir yaşıma daha girdim ya. Aşkım dur, niye açma? Duruyorum. Duruyorum zaten. Şimdi yaşa sevam покажу на стол. Ne dedin? Мои хорошие, моя семья тоже как раз в этот момент звонит, поздравила его. Он же не понимает по-русски, поэтому говорю с вами. Aşkım. Gel burada, gel yanında. Gel. Bomba geldim ya. Aşkım dur böyle. Dur böyle. Aşkım bir uç. İki. Maska sonra aç. Tamam. Uç. Uç. İki. Bir. Aç. İki doğdu nedir? İki doğdu nedir? İki doğdu. İki doğdu. İki doğdu. Aşkım. Happy birthday, aşkım, aşkım. Doğum günü kutlu olsun. Korkma, korkma. Doğum günü kutlu olsun. Mutlu olsun. Sağ ol olsun. Aşkım, gel aşkım. Мы с тобой вдвоем. Мы с ума сходим. Тра-та-та, тра-та-та. Аşkım, а день рождения. Aşkım. Aşkım. Ура! С днем рождения! Дурсен! Ура, да, вот, вот здесь сядь. Aşkım, aşkım, именинник мой. Ура! Ура, ура, ура! Aşkım. Hadi aşkım. Раз, два, три. Ой, ура! Хлопайте! Ура! Мальдас! Вот так, друзья мои, вот так с днем рождения, Машки Тумасана, шарик, на тебе шарик. Ура! Продолжение следует. Ашкин, тебе еще, еще подуй, еще. Даха, более я. Ура! Еще раз днем рождения, как он радуется, Ашкин, Сана. Ой, на, ой, на, меньше ты... Götüreceğim tabakları yedim. Getir aşkım. İki doğdum aşkım. İki doğdum aşkım. İki doğdum. İki doğdum. İki doğdum aşkım. Тут и музыкальное сопровождение. Все мои хорошие. Gel aşkım. Gel. Супер торт, Aşkım! Bakacağız. Вы видите? Сейчас поближе вас подведу. Pasta güzel mi? Dur, Aşkım, это не надо, бычак глядя. Hayır, бычак. О, burada şey vardı. Hadi Aşkım! Hadi!
Nasıl kestin? Böyle kestim. Tamam. Niye az kesiyorsun? Ben çok istiyorum. Bakayım, aa, aa, aşkım. Böyle. Kıyım yenirim. Yenmez mi diye bakayım işte. Kendimi kestim. Bana da kes aşkım. Hadi bak aşkım. Sen çok yiyecek. Bu, burayı kesin mi komple? Komple kes. Aşkım. Seviyorum. Kötü yapıyorsun işi. Otvijeti не умеет, bilmiyor. Bilmiyor aşkım, bilmiyor. Yine mi çilek? Çilek. Onu bu kadar pet klubnika. Hep çilek. Ah, ah, sana. Bu benim ya. Ты bu yiyorsun. Çok lezzetli. Ben doğum günü çocuğum. Aşkım, senin doğum günü ye. Bu krep mi? Üstündeki krep mi? Ye, 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 krep değil aşkım. Korkma, korkma. Hmm, bu üstü güzelmiş. Hmm. Nasıl? Güzel pasta. Ha? Söyle orada. Güzel pasta. Света какая? Хозяйка. Nasıl? Ev kadim Светлана. Söyle. Hmm. Güzel. Hmm. Koronavirüse iyi gelir bu. Сейчас я попробую. Tavsiye ediyorum. Koronavirüs açsın. Девочки, мальчики, супер. Супер. Yarın daha güzel olacak. Завтра еще лучше будет. Пропитается. Да. Ну так мы празднуем день рождения. Так приятно, моя дочка тоже позвонила. Как точно говорит домашка, мы еще 35 мы оба. 35 говорит, да. Ашкин, вот тут за 40 сонра сойма сенин. Качи ашинда. Я говорю, после 40 не надо считать сколько. Сойма, сайма. Сайма. Сойма. Говорю, знаете, что я сказала? Одну букву только поменяла и сказала, не раздевайся после 40. Соймак считать, саймак считать, соймак раздеваться. Я ему сказала, после 40 не раздевайся. В общем, вот такая паста, мои хорошие. Я не беру. Говорит, кушать можно. Не умрешь. Аж кому говорю сегодня? Траш я. Он же не знал, что я сюрприз сделаю. Ну какой есть? Я рын траш я пойдет. Я рын? Да. Гюзель санам. Ахшам емеги я поим. Вкусный ужин сделаю. И все. Ну, смотрите продолжение или в следующем ролике, или завтра. Или в этом же видео. Не знаю, посмотрю как. На моего именинника посмотрите, какой красавчик сегодня, а, Ашкин? Красавчик. 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 О. Только карантин, никуда не выйти, ничего. Ашкин. Кады балкон, да? Кады я грубо. Ой, мужчина. Нет, Ашкин. Нет, Ашкин. Güzel bir gün, güzel bir hava. Bugün benim doğum günüm. Он говорит, красивый день, хорошая погода, потому что сегодня его день рождения. Агу, 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 агу. Вот, смотрите. Мы мерсине, друзья мои. Сейчас я полю свои цветочки, потом пойду готовить ужин. Было с вами поздороваться. Всем привет-привет, мои лапулечки. Так, сейчас, в общем... Встали мы сегодня с Сашкой поздно, хорошо выспались, высыпания у меня прошли. Так, я вся в делах, быстро попылесосила, быстро, я не знаю, вдвоем дела не заканчиваются. Ну, постоянно повторяюсь, вам уже надоело, наверное, достали мои эти. Думала, что Золовка придет к нам на день рождения, но она сказала, что не придет, потому что она на посту очень не тяжело, мои лапулечки. Мой Ашкин пошел сейчас. Магазин. Я много не готовлю. У меня есть голубцы. У меня, я сейчас покажу вам, мангал сделаю там курочку с картошечкой. Сделаю оливьешку, русский салат. Когда я сказала Ашке, оливье я поим, сделаю оливье. Он говорит, это кто, говорит, оливье? Я говорю, как ты до сих пор не выучила оливье? И
хачапури сделаю по-америтински, и все. Мы, нам много не надо, вы знаете, я похудела, встала на весы более-менее, хотя батарейка не работает, опять забыла сказать Ашкему, чтобы купил батарейку, 65 килограмм, но меня это порадовало, потому что покажу сейчас вам себя. Вот, вот так вот я выгляжу, мне кажется нормально, еще 2-3 кило, вон и Ашкем пришел, мои хорошие. Ашкин, сын, я тебя отпустила за одной йогуртом, ты что принес? Йогурт. Посмотрите, как он приносит что. А? Йогурт алдым, кимьон алдым. Не алдым? Кимьон, карабер. Кимьон вармы, Ашкин. А, вы видите, как его отправлять? Пойдемте. Туда, Ашкин, ора такой. А, койма урда хачапури я пьёром. Вот здесь у меня есть тесто, вот как удобно. Тесто делаю. Так, вот здесь у меня вот эти... Экмек? Да, мамашка. Ну, Ашкин тоже на 2 кило похудел. Посмотрим, здесь у меня вот вебинар слушаю заодно. А, гуны алдинсы, Ашкин? Он ага, говорит этот. Дондырма алды, бир тан дагы дондырма алды, муну да алып турган. Гёстер, гёстер, бүйүк алмадын? Бүйүк да алдым. Ааа, посмотрите, мой Ашкин. Какое мороженое принес. Такое любит поштучно. Ну, закрываешь, закрываем. А перегоны. Это что? Халва. И халва. Отлично. Ага, угу. Видите, все хорошее. Ага, вот это опять взял. Так много пользуется. А туршу нерде. Надо же, я и сказала, купи эти огурцы на этот салат. Кавы алдын мы я в румбине? Сейчас это положу. На место у нас только чего тут есть. Заполнено средства. А? А, вот это как мне нравится. Это самое лучшее кофе не в пачках, а в банках. Спасибо. Не алдын. Тут у меня морковка остужается. Посмотрите. А молодец, все, что сказала, все принес. Это карабибер, черный перец, а это кимьон. Вот так у меня идет процесс готовки. Мои вот эти вот ляжки жарятся, я их перевернула сейчас. А здесь я подогреваю и голубцы. Здесь я поставила кастрюльку с водичкой, чтобы оно не сильно сушило. Сейчас я буду делать, смотрите, что. Буду колдовать вместе с вами. Время поджимает. Вот мы сегодня вообще с Ашкемом не кушали. Вы представляете? Закрою я дверь, а то так шумно. Чтобы вас не беспокоили посторонние запахи. Сейчас я буду выпекать хачапури. Как это делается? Я вот, вот видите, наверное, да? Буду так делать, чтобы вы видели со стороны. Ну, в общем, я приготовила сыр, маргарин буду масло для смазывания. Нам с Ашкемом много не надо, вот так вот я вместе все это сделаю. Вы представляете, я тесто что тогда делала, у меня же есть плейлист такой, да? Вот до сих пор оно у меня есть, мои хорошие. Очень удобно, очень. Вот приготовить тесто обалденное. Сейчас я сюда побольше сыра. Ну что ж делаешь? Делаю для нас же, не так ли? Вот у меня в духовочке курочка. Сейчас все приготовила, чтобы на этот. А внутрь я маслица. Масло использую вовнутрь. Не знаю, какое сейчас оно. Вот так, чтобы вкусненько было. И сядем с Ашкемом пировать. Какой пир у нас? Какой есть? Вот так вот, видите? Вы же видите все, не так ли? Сейчас смотрите, вот так я сделала. Хачапури. У нас им очень понравились хачапури, как делают у нас в ресторанах. Америтинский. Вот такой я сейчас я ему приготовлю. И мои подружки, когда его приглашали, тоже им пекли такой же хачапури. Сделаю большое хачапури. Красивая. Картошка.
картошечка жарится. День сегодня вообще, я же говорю вам, встала в 4 часа дня. Вы представляете, я легла в 4. Потом Ашкрым в это время лег, разбудил меня. Думаю, мое видео вчера не успела я загрузить, а вы же ждете, мои лапулечки. Ну, думаю, ну как же люди ждут, пишут мне, просыпаются с моими видео. И я переборола сон, встала, смонтировала до конца. Там, знаете, очень много я времени трачу на... Вот видео вроде сделала, собрала, загрузила, но там нужно правильно все оформить, и название, и обложку, и теги, и описание. В общем, вы знаете, сколько времени мы уходит у нас на... У меня, наверное, часов 6, наверное, уходит на все мое видео. И вот такая вот... Вот такие вот дела, мои хорошие. Поэтому я вот до 9 часов сидела, потом переписывалась, легла, вернее, и сама там смотрела, пыталась ответить на комментарии кое-какие. Ну, заснула и проснулась в 4, вы представляете, зато выспалась. Так, вот, значит, беру такой противень, ой, какой запах вкусный уже от этой курочки. Что мы делаем? Маслицам не надо, вот так вот, просто мукичкой. Ой, вы представляете, масло вывернулось, извернулось. Ну ничего, что делать? Что есть, то есть. Значит, сверху его положим. Хачапури меретинская называется. Вот так дырочку откроем. Вот так. Вы видите? Вот такая хачапурка. Так, сейчас это все на место. Люблю сразу все на места. Потому что, чтобы много времени не уделять уборке, старайтесь, мои хорошие, все сразу ставить на место. Вот взяли вы что-то, выпили чай, поставьте вы эту чашку сразу в посудомоечную машину, и у вас не будет никогда дополнительных затрат на уборку, понимаете? Сразу вот почистила, быстренько, раз, все по местам, и у вас меньше будет времени уходить на это. Так, сейчас сыр закончила. Холодильник. От муки сразу протереть. Тряпочку сразу помыть, учу вас, да? Ну, некоторые, знаете, что из вас спрашивают, как вы там убираете, как что. Так, теперь, что я делаю? Вот я здесь, у меня яйцо, у меня белок был здесь, без желтка, не знаю, какой выйдет, с йогуртом. Вот так смажем, будет красота. Думала, что заловка придет, а она, видите, не придет. Но завтра сказала, что племянница должна прийти. Теперь надо это посмотреть, куда это все положить. Завтра придет к нам в гости племянница. Она едет в деревню, мы там кое-что хотим родителям передать, сладостей. Так что у нас завтра будет гости. И поставим нашу хачапурку. Вот такую хачапурку открыла я, чтобы воздух выходил. Что? Посмотрим, сколько я поставила его на 40 минут. А вот и курочка. Посмотрите. Красота, да? Пускай она будет на духовке, чтобы не остыла. А сейчас я буду делать... Вот. Приготовила на оливье. Оливье мой аж с мясом не любит, с колбасой не любит. А вот горошек мой буду сейчас нарезать. До встречи!